Здравствуйте, вы смотрите главные новости года. И первый взгляд давайте обратим назад. Каким был 2019 год для автомобильного мира? Глобальное событие года. Концерны FSA и FCA решили слиться в одну компанию, а это значит, что в мире появился новый автогигант номер 4, в составе которого будет 14 брендов, включая Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep, Chrysler и другие. Причем похоже, что первую скрипку в этом ансамбле все-таки сыграют французы. Потому что в ближайшей перспективе все новые модели Альянса будут основаны на двух существующих платформах PSA. А вот для российских покупателей центральным событием, пожалуй, будет уход марки Ford. Американцы оставили в России лишь производство коммерческих фургонов Transit, а легковые модели прекратили выпускать летом. Дилерские запасы уже почти распроданы, и ситуация во многом напоминает печальный конец 2015 года, когда Россию покидали корейские модели Chevrolet и Opel. Впрочем, две недели назад Opel к нам вернулся. Напомним, что теперь немецкая марка принадлежит французской группе PSA и по условиям сделки с GM не имеет права продавать в России модели на старых платформах. Поэтому Astra и Insignia нам не видать как минимум до смены поколений. А на рынок вышли кроссовер Grandland X и микроавтобус Zafira Alive. Причем последний уже локализован в Калуге. На бывших клиентов Форда нацелились китайцы. Компания Great Wall, а точнее ее дочерняя марка Havail, с нуля построила завод в Тульской области. На нем уже выпускаются три модели. Это кроссоверы F7, F7X и рамный внедорожник X9. Для китайской компании это первое собственное производство за пределами Китая, а для России – первой в стране собственно китайский завод. Еще один новичок на российском рынке – это марка Jack из города Гуанчжоу, которая дебютирует у нас не с бюджетной моделью, а с большим семиместным кроссовером GS8. О возвращении к нам официально заявила и узбекская марка Ravon. Однако вплоть до декабря фактические продажи наладить не удалось, а значит, эта новость переходит в 2020 год. Но вернемся к заграничным новостям. Мировые автопроизводители начинают переход на электричество не словом, а делом. Впервые в истории в продажу запущены не пробные варианты в нишевых сегментах, а модели с прицелом на массовый спрос. Например, среднеразмерные кроссоверы Audi e-tron и Mercedes EQC или первая электричка от Honda, компактный хэтчбэк E. Ненамного отстает электрический Porsche Taycan. Начало продаж намечено на январь, причем марка сходу объявила и российские цены. Volkswagen ID.3 в Россию пока не торопится, но для всего немецкого концерна, изрядно потрепанного дизельгейтом, эта модель даже более знаковая, чем восьмое поколение Volkswagen Golf. Свой первый серийный электромобиль представила марка Volvo. Кроссовер XC40 Recharge поступит в продажу уже в новом году. Ford Mustang Mach-E должен был стать центральной премьерой автосалона в Лос-Анджелесе, но не стал. И не потому, что Mustang'ом назвали кроссовер, а продажи начнутся только через год. Ведь в тот же день на автошоу Tesla показала Cybertruck, который удивил не только дизайном, но и конструкцией. Несущий кузов целиком выполнен из нержавеющей стали. Столетие отметили марка Bentley и Citroën. Но если британцы поздравили себя не только концептом, но и новым серийным седаном Flying Spur, то французская марка ограничилась парой футуристичных концепт-каров. BMW первой серии переехала на новую платформу, а основной привод теперь передний. Без задержек на наш рынок вышел BMW X6, ноздри решетки радиатора у которого светятся прямо в движении. Chevrolet Corvette в восьмом поколении впервые за 60 лет своей истории перешел с передней на среднемоторную компоновку. Точно так же впервые на автомобилях Chevrolet применен 8-ступенчатый робот, и в гамме появится праворульная версия. Но куда более неожиданным оказался дебют двух малых кроссоверов – Toyota Race и Daihatsu Rocky. Близнецы заявлены как глобальное семейство, которое уже продается в Японии и вскоре отправится завоевывать весь мир. Внедорожная премьера года, без сомнения, новый Land Rover Defender, который теперь построен на одной платформе с Land Rover Discovery. В России мы Def увидим только в новом году, а вот новейший Range Rover Evoque у нас уже продается. Lada представила российскому рынку седан Vesta Sport, отправила в отставку собственный робот AMT, вместо которого на Vestaх и X-Rayх устанавливается вариатор Jatka. Обновлен салон Lada 4x4, которая благодаря внедрению системы AeroGlonass получила боковые подушки безопасности при полном отсутствии передних.
российская премьера года. Это купеобразный кроссовер Renault Arkana, основанный на модернизированной тележке B0 с турбомотором и вариатором. Перечисляя новые для российского рынка модели, нельзя не упомянуть седан Hyundai Sonata и хэтчбэк Mazda 3. А в Санкт-Петербурге начался выпуск нового поколения Toyota RAV4 и обновленного кроссовера Nissan Qashqai. А вот новый Juke нам пока не светит. А в Нижнем Новгороде стартовал выпуск кроссовера Skoda Karoq. К слову, чехи совершенно неожиданно показали и обновленный Rapid. УАЗ Патриот впервые получил коробку-автомат. Региональные транспортные ведомства впервые в истории начали публиковать адреса установки дорожных камер. Оказалось, что в Москве их уже почти 3000. Бурное развитие получил каршеринг. Год назад в Москве было 16,5 тысяч машин, но уже сейчас столичные операторы накопили парк в 24 тысячи. И это, вероятно, наибольший показатель на планете. Яндекс постепенно становится заметным игроком в мировой автоиндустрии. Предустановленная медиа-система Яндекс.Авто доступна уже на 20 моделей в России. А беспилотники Яндекса на основе Hyundai Sonata и Toyota Prius тестируются на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. Новая платная магистраль М-11 Москва-Санкт-Петербург получила собственное имя – Нева. Дорога достроена и запущена практически на всем протяжении, за исключением северного обхода Твери, отложенного на неопределенный срок. Российская команда SMP Racing впервые в истории поднялась на подиум 24-часовой гонки в Лимане, заняв 3-е место в самой престижной категории LMP1. На подиум поднялись Михаил Алешин, Виталий Петров и Стоффель Ван Дорн. Роберт Шварцман выиграл 3-й по значимости мировой чемпионат с открытыми колесами – Формулу-3. А в новом году мы будем следить за успехами петербуржца уже в старшей Формуле-2. Близ северной столицы открыты новый автодром Игора Драйв. В мае он примет этап немецкого кузовного чемпионата ДТМ и гонки женской серии W. А в Риме прошли международные автоспортивные игры ФИА, и сборная команда России эту первую автомобильную олимпиаду выиграла. На конец будущего лета по традиции намечен московский автосалон. Насколько международным он будет, пока не знает никто. Но у самих производителей новинки точно будут. Гвоздем программы может стать «Лада Нива», новая, старая или вообще все три, ведь «Шевроле Нива» принадлежит «АвтоВАЗу» и после рестайлинга явно вернет себе название «Лада». УАЗ готовит новый внедорожник. Условно мы называем его вторым «Патриотом», но речь может идти о крупном кроссовере с турбомотором 2.3 заволжского завода. Премиальный суббренд компании Cherry марка Exeed выйдет на рынок с двумя моделями – TX и TXL. Geely представит сразу три паркетника – Coolray, FU11 и модернизированный Geely Atlas Pro. Great Wall вернется к нам с новым пикапом Wingle 7, а тульский завод займется сборкой модели Havail H5. В начале года Kia развернет продажи компактного паркетника Seltos и внедорожника Mahav. Летом дебютирует флагманский кроссовер Hyundai Palisade, а народным Крете и Солярису уготован рестайлинг. Шкода начнет продажи нового Рапида и расширит гамму Суперба, а под конец года мы ждем и четвертую Октавию. Mitsubishi обновит Pajero Sport и компактный ASX. Абсолютной новинкой будет Mazda CX-30. Peugeot все-таки решилась привести новый 2008, а у Toyota будет новый Highlander. И целый выводок премьер намечен у Volkswagen. Начнутся продажи рестайлингового Passat, новый Jetta и Golf. Сменится поколение у полуседана, а главное, в Нижнем Новгороде должно начаться производство кроссовера Taru. Масштабная реформа ждет водительские экзамены и систему техосмотра. Скорее всего, после долгих колебаний правительство все-таки вернет штрафы за превышение скорости на 10 км в час и более. Активно обсуждают и реформу ОСАГО. Тарифный коридор был расширен еще год назад. В среднем по стране полис за год подешевел примерно на 5%. Новый этап предполагает дальнейшее снижение минимума и повышение максимума. Стимулов для роста у российского автомобильного рынка нет. Новые автомобили в этом году подорожают на 5-10% вслед за инфляцией и повышением утиль сбора. С другой стороны, автокредиты станут чуть доступнее, потому что Центробанк постепенно снижает ключевую ставку. В итоге год мы закончим примерно с тем же результатом – в 1 700 000 – 1 800 000 проданных машин. А как получится на самом деле, покажут новости на канале Автоплюс. Смотрите нас и с Новым годом!